五、не понял。И сейчас не понял。А, понял, ты быканула. Эй! Ах ты, простите. Здравствуйте, я тут ищу столовку. Нет. А стоило бы? Почему? Ай! 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 Ты же на вешалку похож. А теперь-то она и есть. Я ищу тренера. Так ты выиграл лотерею. Я тренер. Точно. Может, все-таки нет. Да, еще раз да. Ну, в принципе, мне никогда не везло. Как звать тебя, дохлик? Елисей. Объелся кислых щей. Смешно, наверное. Чего разлегся? Время тренировки. Пошли! Уже ползу! Ты мощь! Ты зверь! Я? Ты! Эй, ладно. Ты порвешь всех своих соперников! Порву? Да! Как скажете. А теперь лупи эту стену! Зачем? Надо! Ну надо так надо. Получай. Ты массаж делаешь. Смотри, учись. Понял? Понял. Красава. О. Все запомнил? Да. Кто ты? Я Елисей! Объелся кислых щей. Кто ты? Елисей! Царь зверей! Кто-то же! Ай! Я всех победю! Так держать! Задай им жару! А вы уверены, что мне все это поможет выиграть в шахматном турнире? Конечно! А что такое шахматы? Моя свистулька. Феник, у нас есть к вам разговор. Серьезный. Козявкина и Брехунова. У вас не фамилии, а умора.
Мы их не выбирали. Что дали, то и взяли. И вообще, мы хотим тренироваться. Ну так... вперед! Но мы не можем, зима уже прошла. И снег с собой унесла. А у нас зимние виды спорта. И что теперь делать? Да, проблема. Придумал. Понижаем температуру. Зачем? Зимой на что? Правильно, холодно. Но ведь... Это отличная идея, я знаю. Наслаждайтесь. Интересно, чем? Обморожением? Они просто хотят на помойку! О, починились! Помогите, помогите! Кого я вижу? Это же человек с вентилятором вместо рук! Не включишь свои крутилки, а то жарко как-то стало. Это называется перчатки, Оле! Оу, уже весь мозг выдала, пока руками махала. Я не махаю, я бью! Это называется бокс, ты что не знаешь? Кажется, как и ты, про такую вещь, как сарказм. Маразм, амфас, унитаз? Проехали. Все вы, каратисты, странные и бесполезные. Ничего мы не бесполезные. И какая от вас польза? Ничего мы не бесполезные. Мы можем банку ногой открыть. Видела, открыла. А я своими подружками дверь могу починить. Она разве сломана? Одним ударом. Это был тренировочный. Ага. А это разогревочный? Он самый. Бери сразу коронный. Увидимся на ринге. Дверь. Да-да, она точно придет. Только с петель слезет. Кия!
Короче, спорт это спорт. Действительно коротко. И понятно. Да. Не уверена. А еще в спорте есть учеба. Кто бы мог подумать? Точно не ты! У тебя аллергия на подумать! Мне сказали, что я должен вас чему-то научить. Кто эти злые люди, которые нас так не любят? Вы знаете, как свистеть свисток? Да, догадываемся! А как правильно делать суровое лицо? Кажется... Так это у вас лицо? А что еще делают тренеры? Тренируют? Не, этому я вас не обучу. Тренер – это призвание. И кто только вас призвал? Лучше давайте я вам дух перед соревнованиями подниму. Звучит здорово. Вы всегда должны верить в себя. Да! Да. Никогда не сдаваться. Даже когда против вас выходят чемпионы, у которых куча медалей и кубков. Да! Что? Кто-то получает медали? Кубки – это не вымысел? Да пусть они вас уничтожат! Не пусть! Вам не стоит переживать и бояться. Почему? Не знаю. Ну как, помогло? Я отличный тренер. Простите, извините, вышла какая-то ошибка. Это называется спарринг. Или сей мокрые штанишки. Да я просто тогда воду пролил. Сразу как меня увидел? Давай, Нагасуева, в голове одна Кукуева, научи мальца карате. Но я же шахматист. А ну не матерись, ёкарный бабай. Молодец, Груша, кук в рожу тут же. Ты готова к бою? Отпад. А я не готова к бою и не должна. У меня дисциплина, это лыжи. Че ты жалуешься? У тебя такое преимущество. Какое? Уже никакое. Котлетка моя. Почему котлетка? Я же на нее не похожа. Сейчас я это исправлю. Ой, нет. Да. Ой, А что насчет меня? А что насчет тебя, Козявкина? Глазки бородавками. Вы для меня подготовили тренировку? Конечно, зырь. Та-дам! Ну как? Красиво, конечно. По-другому и быть не могло. Только это не фигурное катание. Что? Ты уверена? Да! Где шайбы? У нас чемпионат по футболу скоро. Или по баскетболу.